Всем доброго времени суток! У нас сегодня цветная капуста в кляре. Для ее приготовления нам потребуется сама капуста, где-то ориентировочно 700 граммов, 2 яйца, растительное масло, мука и соль и перец по вкусу. Для начала я помыла капусту, очистила ее от листьев, поставила воду, подсолила воду, жду, когда вода закипит, и отправлю капусту вариться, ориентировочно на 10-15 минут, до готовности. Вода закипела, мы ее подсолили, как я уже сказала, и опускаем сюда капусту. Капусту прокипятим здесь, проварим где-то ориентировочно, как я уже сказала, 10-15 минут. Прошло 8 минут с момента закипания. Я перевернула капусту на другую сторону и готовность пробую вилочкой. Еще жестковатая, поэтому еще пусть прокипит какое-то время. Капуста варилась 14 минут. Я ее достала, готовая уже. Сейчас немного остынет, и я начну разделять на соцветия. Так, делю на соцветия, делаю не сильно мелкие, вот такие. Такое делю пополам. Ну, вот такие соцветия получаются. Выложу их в отдельную емкость. Продолжу делить остальные. Вообще, цветная капуста очень полезна. И когда я прочитала о всех полезных свойствах, ну, такое, знаете, желание кушать ее постоянно. Ну, во-первых, она обладает противовоспалительным средством и способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу головного мозга. Ну и помимо этого, в 100 граммах продукта содержится всего 20 килокалорий. Поэтому от такого продукта точно не поправишься. Продолжаю пока разделять. Вот такое количество соцветий получилось. Тут есть и покрупнее, и помельче. И я пока беру яйца. Поставила сковородку уже с растительным маслом нагреваться. Яйца слегка забью венчиком. Добавлю сюда немного соли по вкусу и немного перца. Можно какие-то другие приправы. Я просто беру черный молотый перец, немного добавляю. Все это опять взбиваю. Соцветия буду сначала обмакивать в яйцо и потом в муку. Получается нечто такое подобие кляра. И буду на раскаленную уже сковороду помещать и жарить. Хочу отметить, что капуста, просто отваренная в подсоленной воде, тоже очень вкусная, даже без кляра. Но сейчас вот делаю в кляре вот таким вот образом. Обмакиваю муку. И уже скворчит у меня масло. Помещаю на сковороду. Продолжаю. И теперь капуста обжаривается. У меня получилось на две вот такие вот сковороды капусты. Вот такое количество цветной капусты получилось. Капуста очень мягенькая, вкусненькая. Рекомендую. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.